Что, попытки взять еще одну серию? Блин, я решил попробовать на Kindred еще разочек. Хотя я тогда сыграл очень ужасно. Че? Не танк, через фазовый иду. В смысле не танк? В смысле не танк? Если он милишник, и он медленный, его легко кайтить, как блядь, не танк. Как не танк? Как не танк? Но там, смотрите, опять же, ни одного пухлого чемпиона нет, так что будем крит-билд мутить. Будет крит-билд. Будет крит билд. Что другое? Ну, нет смысла просто. There you go, войне смысла. Кстати, но здесь Боттерк вообще имеет смысл, если так подумать. Там Тренда и Ксим. Чтобы их кайтить. Я же там стартанул запись. Да. Тю-дю, тю-дю. Чё тут? По яйцу. А по яйцу-то тут... Ну, короче. Это, скорее всего, пахнет керосином. Игра. Там пацанов все хорошие, когда... Кроме Шай, разве что. Но на платину. Там две платины с плохим, когда... Ну, не знаю. У нас 2.62, 2.63, когда... Двое вообще первый раз на персонажах играют. Хорошо. Великолепно. Всем приятной игры, да. Значит, мы проиграем. Всегда. Добро пожаловать в ущелье призывателей. Тридцать секунд до призыва. Сердце добычи забилось быстрее. Оно чувствует. I don't speak Russian, придурок. Идиот. Вообще, Ксин ебет меня, мягко говоря. Просто ебет. Я надеюсь, Леон состав начнет. Удачи. Нет. Моя очередь.
понимаю, Крэббик, мне не повезло. Страх придает охоте остроту. Переплетение нитей судьбы. На охоте слова не нужны. Да. Вот это охота. Чё, попробуем, конечно, зайти. Да вообще не боится. Я хочу прочекать. Мы не сны, мы прибудем. Чё, я продамажил его, иди нахер. Никому не скрыться. Почему ты кнопочки не нажимаешь, я не виноват. У меня все плохо. Но я не заберу тот. Все равно они готовы. Противник убит. Или он не берет. Чуть не пойму. Я не особо хочу с Ксеном встречаться. Боюсь, это для меня закончится прямо. Те, кто бегут от смерти, бездействовали в жизни. Реально? Союзник убит. Я не успел. Бать. Go next. Bot is lost. Сделать? Что, больной?
Чё такое, блядь? Что с... Я вам сказал, поставьте важный. Там тролли тоже все. Да. Да, Брэйвен 0-3-0. Это очень печально. Жду, не дождусь, когда они побегут. Только сил. Я не знаю. Я не могу забрать. День надежда, но не обещание. Там уйдет сейчас. Я чувствую их страх. Смерть покажет. Ой, чё, блядь, там тролибасит, что ли? Они спокойные. По-настоящему мертв тот, кто никогда не жил. Будут и другие. Ну, окей. Один килл я получил. И один стак. А, нет, стак не получил, да? Хорошая охота. Нет, стак есть. Ну вот как ты теперь там будешь, блять? Иду по их следу. Мы можем дракона взять, наверное. Наверное, самый лучший, пока там те двое на боте, петушки. Они бегут от нас. Я не пойду. Чтобы скорее нас встретить. Пойду дракона возьму. Нам огромную силу. Я не могу его убить. Уходи, ты чего? Интересно, какой они меня видят? Я не буду драться. У меня ни ульты, ни хера нет. Но они просто сейчас пушат, да. Даже без тренды они могут выиграть. Типа, у нас Дрейвен не хочет играть. На моих когтях осталось их кровь.
просто не хочу это играть. Как мне приятно. Дайчич неудобно. Тянет в себя. Мне джойстик мешается. Сука. Сука, отвлек. Ну, Дариуса нет. Типа он не хочет тоже приходить. Еще несколько проблем у нас. И куда бы овечка не пошла? Стаков нет, блять, нихуя нет. Не, мы проиграли эту игру, однозначно. Думаю, что не, нельзя больше Kindred Picture. Повышающую серию, это плохая идея. Мы не сны. Это мой стак. Мы пробуждение. Плиз, стак. Мне очень нужен. Ну, блять, они файтятся. Бля, ребят, я хочу файтиться в чужом лесу. Бафы берет охуенный еще чувак. Возвращайся в небытие. Охуенный, блядь. Не дерите, блядь, не деритесь, сука, не деритесь. Что вас? И ничтожный, и великий. Голова вообще с арка умерла. Шелест перьев, падающих на свежий снег. О, бум! Дариус не хочет приходить. Окей. Красота увядает. В этом ее очарование. Ладно, я одного дракона забрал, кстати, огненного. Мы сейчас еще одного заберем. Ребята, огненный, давайте, давайте, работайте, берите, пожалуйста. Я не успею сюда добежать, если он раньше добежит. У меня ульты не было. Два ульта. Почему у меня ульты не было, Фэйч? Почему Ксин там дефает? Подожди, ёб твою мать. Ксин вот здесь был? Серьезно? Если так получил, вообще похуй. Если так очень важен. У меня будет 4 стака, и я смогу, блять, хоть немножко пострелять. За первые 4 охоты, да, 75 рейндж. Так, давайте кого выделим.
потрясена, наверное. Побежали, милый волк. Ваша команда уничтожила башню. А с неуязвимости, бля, ну это опасно. О, тут еще игра помечена. Хорошо. Фри дракон, фри стак. Слава богу, мне дается. Минус два дракона, в любом случае драконы это очень сильно. Огненные. Кто не хочет уйти добровольно? Похуй. На шар? Нет, это Геральт. На Геральт вообще. Вот пизда. Постелевана. Что-то они там вылезли в больших количествах. Ой, это... Я думаю, мы можем... Ладно, мы не можем. Шли он с ультой. А, да. Противник убит. Ладно. 700 гол. Надо аккуратнее играть. Ну, ладно. Если там торнадо так и не будет... Чем ты там стоишь, АФК, Дариус? Да, Дариуса нет. Был бы... Fuck off! Сам играет как... Завтрашний день надежда, но не обещание. Мне, блядь, лес здесь, блядь, почистил, сука! Меня это бесит. Я отпрыгнул. Блин, механики очень плохо отыгрывают из нее. Прям ужасно. Я чувствую их страх. Ти нахуй. Что там пофазиться решил. Окей. Все замерзли. Да, блядь, давайте сдадимся. Нахуй, блядь, нам. Не хотите, я не хочу. Никто не хочет. Собрался бы, блядь, пацан с танка, ему бы выиграли. Это, блядь, сплитпушит. Тоже был бы вот этот пацан. Пойти. А древен просто постоял в лесу. Я хоть бы фармил крипов. А, решил. Я не могу нажимать стульду. Не жмется. Вернее, неправильно играю. Я играю как-то иначе был агрессив. Ох, ебать. Я плохо играл.
Надо бы ультовать. Я очень ваншотный. Мне не нравится в этом билде. Одна хуйня. Бля, я ваншот. Я ваншотный, меня это вообще дико калит. Иду по их следу. Бля, ну чё ты рискованно, женщина, делаешь херню. Она умрет сейчас. Она не имеет права там находиться. Это плохой ТП. Ну еще убил и вышел. Кстати, там еще один огненный. Охренеть. Три огненных. Бля, ну три огненных это очень сильно. Блять, 4 на 5 мы, блять, играл бы транда, мы бы не выиграли. Просто, блядь, там, 7 секунд. Б это 100% инфа. Там, блядь, ёбаный дракон, ребят, нахуй, блядь, он... О, топ. Спасибо. Поэтому я беру дракона. Третьего. Да, чувак. Поэтому мы берем дракона. Не надо драться, блять, ребят. Нахуй вы тут делитесь? Пистолет. Чем, блядь? Нам не нужны файты. У нас три огненных. Три огненных. Три огненных это прям... С учетом того, что у нас такой пик. Так много способов умереть. Блядь, чем подошел? Ты что, парень? Блять, это просто, блять. Надо забить. Мы не могли это выиграть просто изначально. Свободно. Дрейвен просто, блять, пидор. Я не знаю, типа, зачем он это сделал. Просто один шел такой, ай-ля-ля-ля, я иду по лесу. А Дрейвен не собрал. Щит, а я сыграл хуёво. И, блядь, все сыграли хуёво. Дизлайк, нахуй. Я не знаю. Наймка или Лойс. С нами, кажется, она была более-менее адекватна. Не, даже не верила. Давайте на лесниках, но не на киндеры. Но плохо-плохо еще на ней. Я не знаю. Не хочу рисковать, так что, скорее всего, Елена будет.
Нет, больше я не хочу. Релю забочили. Ладно, блять, не вижу релю. А ее пикнули. Понял. Понял, почему я ее не видел. Ты же хочешь меня? Что тут? Ну, более-менее. Там Вайлис. Ну чё, это получается сейчас решающее будет. Если вин, то пройду, если нет, то не. Облом. Очередной облом. Может случиться. А, кстати, по статистике в этой игре все хорошие, когда... Ну, это хороший знак. У Нами 6.12, когда? Пусть немного игр, но 16, нормально. У Поппи 4.9, у меня 4.15. А у них только у Лексы хороший, когда? Это вселяет надежду. Да, это вселяет надежду. То, что мы можем выиграть. The Last of Us. Скоро я утолю свой голод.
игнайта. О, это значит, что ганг любой злой линии будет выгоден. Ой, чё, уверенно, что? Блять. Ну пизда. Почему, блять, не... А, короче, вы его знаете. Угадайте. Плохо. Кто вернулся? Миньоны были призваны. Взяли... Блять, я, короче, я хуйню сделал. Я не должен был. Типа, эмовка такая сюда пошла. И я такой думаю, может реально пойти? Но это так не надо делать. Когда-то я знала покой. Так, блять, не это надо делать. Ужасно. Так, блять, не надо делать. Надо было просто отступить. У меня были Слава и Эвелина, и мы были в плохой позиции. Но с другой стороны, там Браункилл получил этот саппорт. Ладно, это не супер критично. Сейчас саппорт ХВ дается. Че там уже Зоя прессует? Из нее, по-моему, флеш выдели, да? Этого. Да. У нас... Прикоснись ко мне. Хочешь испытать незаметные ощущения? Зачем мне... Зачем я это сделал? Это Гангалем. Короче, жопа. Как обычно. Чужого страдания. Надеюсь, наши ребятки соберутся. Бля. Шкамил попил был. Не игнайт. То, что мы отстаем в Йорле, это, блин, плохо для меня. Я еще в эту лепту свою вложил. Че, второй раз серию провалил? Ну, может быть. Я думаю, что все-таки синий смайт возьму. По причине союзник того, что. Убит. Блять. Союзник убит. Я пиздец. Они противник убит. Страдания. Пиздец. Без исключения. Эвелин сделает все сама. Кожа с них живьем сорвать. Элан разорвать. Был бы хил. Дай поцелую. Инвейт. Как же инвейт испортил все? Терпи. Фарми.
Много экстаза? Передагу не ищу. Догадывается, что к ней пойдет. Ведь я не знаю, Поппи. Это может просто очень плохо закончиться для нас с тобой. Я иду, конечно. Сюда. Я как минимум на бот могу зайти. Если ботом не отъедет. Я прошепчу тебе на ушко. Я говорю, ребят, пожалуйста, отойдите, блядь. Можно в лес? Пожалуйста. Я не хотел драться. Окей, окей. Хорошо. А убьет. Кожу снег живьем содрать, тело разорвать. Хорошо. Прикоснись ко мне. Один смертный сказал, что мне пойдет кожа. Первый лоскут. И я сняла с него. Расслабься. Бля, это-то откуда взялась здесь? Бля, Камила, конечно, вообще не в тему к нам приперла. Сука, блядь. Да вообще жесть. Так-то. Пробуем за ганком. Свет только мешает. Чё там будет, Пинквард? Почему нет, блядь, саппорта? Трогать можно, ну ладно. Я думал, не получим сейчас скилл. На самом деле. Увай 202, ебать. Дай поцелую. Врага на севере не бить. Если я фармлю, мне норм. Я становлюсь сильнее. 700 урона за секунду, мда. Шкамил там полутал кило тоже был. Чё там, блядь, Поппи? Ты там пингуешь. Конец серии убийств. Найти и соблазнить. Снова проеб, пиздец. Ой, 5-0, охренеть. А, бля. Как же мои подставляются? Они все пушат.
копий, блядь, пушит. Лопни хоть отресни. Ладно, дракон хуйня. Еще раз убить. Поиграем в прятки. Где Камил? Ебать. Я все равно не дам. Ебать, она выжила? Убили, похуй. В темноте не видно изъянов. Как у нее там вообще хп осталось? Говорится, нелегальное количество. Блин, Зои. Походу, Зои это не очень, это Зои. Чтобы не убежать, великолепие. Минус нами. Минус это дура. Ну, да. Я думаю, я смогу Брауна доесть. Опять свои что делает? Мне нравится смотреть. Была твоя мамка, Браун. Мне часто смотрят с Redemption. Там есть на что посмотреть. Противник убит. Это минус. Минус бот-тыщ. На топ зайди тогда. Я прошепчу тебе на ушко. Пусть их разрывает от желания. О, что я с тобой сделаю? Эти ко мне отхил. Фарм. Тьма, мой наряд. И чё? Чё мне? Эти 81 секунды и что? Я киллы нужна, чувак. Не понимаешь, я ассасин. Если вы меня всех киллов лишаете, то я не могу тащить вам катку. Не могу вам что-то цели. Чё ты, блять? Вопросительный знак еще ставит. Типа какого хуя я вели нахер. Я сейчас хорошо, у меня есть скорость передвижения уже. Блин, окей. Я более мобильный. Мне нужен левел. Мне прям очень нужен левел. 11. Просто мега сильно нужен левел. Я думаю, знаю, где его возьму. Это, блядь, вообще, типа... Камон, ребят, так нельзя делать. Убит.
всех я убил, останьте. Все случилось очень быстро. Да не уйдет. Не устраивает. Там еще камела была. Тысячи криков. Пусть будет. Скучаешь. Я теперь голден срубил, блин. Небогат. Я сначала убил Ашу, потом доел остальных. Скоро вернусь. Только макияж подправлю. Найти и соблазнить. Мне 2000 мне надо бегать. Нужен ли хил? Хил, хил, хил. Здесь хилов нет, так что пизду, я лучше шапку куплю. Зачем они решили там подраться? Что за бред? Come on, блин, guys. Поиграем. Не бойся неизвестности. Или бойся. Двушки нам надо ломать. Нужна шапка. Я, кстати, в этой игре кольцо не купил. Я бегаю. Бам. Эй, ребят, у меня тут ты. Зои вообще похуй. Какая неудача. Блять. Нас и попи здесь нет. Никого здесь нет. Ай, охренеть. Зои вообще похуй. Это забей просто. Только боль пробуждает. А, на горный дракон еще. Нам бы Поппи, нам танк нужен, как бы. Узнай меня на ощупь. Расслабься. Там уже по люксу есть? Ничего. Башня уничтожена. Дрон выпущен. Ищу того единственного. Да, детка. Раскрепись. Я тру, блядь. Ну почему, Поппи, ты стоишь? Блядь. Плохо. Мы можем проиграть. Чё она, блядь, делает? Это Зои. Я не могу, мне смешно. Разрулили. Тяжело. Мавка, кстати, неплохая. Нами там мульту хорошо дала. Что тут? Нормально. В темноте не видно изъянов. Не, не буду у нее фарм забирать. Развлечь.
Эвелин сделает все сама. Все это время пошло. А запейте. Тот какую-то хуйню сделал. Сыти, пиздец. Я как бы под вышку зашел, я не боялся. Так что ко мне как бы какие вопросы. Мне нужен, наверное... Да, мне нужен банщик в этой игре. Уж больно здесь контроль, 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 контроль. Везде контроль. Мне нужен банщик. Шапочка — это хорошо. Шапочка — это прекрасно. То, что кольцо за 350 начальник купил, это вот да. Оно бы сейчас очень много сделало. Ну, чувак, он вообще им похуй, типа. А чё, а я не смог выйти, да? Ну ладно. Зато мы поддержали Поппи. А мы, скорее всего, можем проиграть эту игру. Я бы сказал, вообще изи. Ну, Поппи решила зачем-то здесь походить. Я не понимаю, я вообще не понимаю, где их враги ходят. В итоге я только одного человека, и я убил все. Все остальные ничего не убили. Кого? Чай. Просто вот, блять, не играет топер. Хотя у него КДА какой? 4-9 КДА, блять, где он этот КДА? Где он КДА, папа? Слишком поспешили с нашаром. Я, ребят, я бегу. Спасибо. Епотина флеш. И я ухожу. Прям 100%. Вам нужно убегать, ребят. Нужно убегать. Узнай меня на ощупь. Так, есть банщик. Бля, ребят, живу.
С банщиком будет намного легче. Но мы их наказали за оборону. У нас есть шанс, но мне нужно очень хорошо сыграть. Я знаю все оттенки боли. Поппи, блядь, ну что с этим, блядь, человеком? Он тупой. У него, блядь, рак мозга. Мертвы. Что с этим человеком? Что, блядь, с этим человеком не так? Не иди за мной. Не иди, блядь. Я невидимый. Только стоящий. Эвелин сделает все сможет. Трогать можно. Смотреть нет. Я вырываю их из груди. Все мои души. Блять, это я не знаю. Ник, ну ладно, блин. Не есть крипчики давайте, родные. Крипцы. Хоть крипцы работают. А мы отдефайся. Для нас это в любом случае огонь был. Идите за мной, ёб твою мать. Ты не уйдёшь, пока я не буду довольна. Бля, раньше нельзя было, что ли? Не иди, не иди, блин. Ладно, ладно. Поппи нет, как обычно. Эй, я могу это... Да, это игра, минус игра. Минус игра. А,
Минус моя серия. Серию не можем выиграть. Нету пацана. Ну забейте, там может 38 тысяч урона нанести и ошибиться пару раз, и ты проиграешь. Слишком от тебя много зависит. Я не должен был вот в том узком пространстве драться. Я, блядь, не должен был. Я должен быть, ага, Поппи на другой стороне. Нахуй, блядь, драться. Я ушел, и то спасибо. Не надо было чизить, блядь, эту камею. Ай, блядь. Сука, а ей похуй. Она тоже, блядь, тимфайт не приходит нихуя. Она пушит, она думает, что она сплитпушер. Это Поппи. Но Поппи не сплитпушер. Она не должна сплитпушить. Она этого не понимала. Как мне немножко подгорать? Я на 66 лп откинул. Охренеть. Это значит минимум 2-3 игры надо выиграть. У меня тут лустрик, да. Типа 2 поражения, победа. Он мне хотел повысить, я раз проиграл, 2 проиграл. Она такая, не, а давай-ка ты на 66 ЛП прошлого дивизиона. Вообще никак. Просто никак. Ладно, в это я хуёво сыграл, да? Да, вот это я точно хуёво сыграл. Ай, блин, там вообще писец был. У них один ливнул, блядь. FF Go Next. Их один реально ливнул. И мы не смогли 4-5 выиграть. Это провал. Уже забанили. Без них ты и дня не протянешь. Да, мастер. Сука, я не хочу мастера. Подожди, а что-нибудь такое у меня есть из заготовок против мастера? Антимастер. Я на ксена можно, там типа. Ну давайте, ладно. Только вперед. Ксен, пусть будет ксен. А что за новая страница? Есть еще сарака, есть хп сарака. А, это сарака такая. Понял. Стандартная.
Я вернулся. Че, погнали, блин, на Ксении я, конечно, так себе. Что у нас есть, блин, это ваншот. Очень много бурст урона. Какой-нибудь стирак мне точно нужен будет. Я хочу более под танковитом быть. За победу! Миньоны были призваны. Батьих там ждут. Пиздец. Прикольно. Что мастер Ри должен же с этого просесть, но не сильно, конечно. Заебал ты меня уже. За победу! Дневник убит. Пел. Второго левела был, зачем он вообще сюда со мной пошел драться? Мне не понять. Если мне не понять, то. Хотя нет, я лучше возьму вот это и еще 350 генеральчик. Давай-ка. Будет сделано. Что за тролль? А второго левела? Что за бред? Он, по-моему, тролль. Типа, камон, я четвертый, ладно, я люблю пофармить. Нет, это такой же стиль. Ну и в лоб вообще сражался.
Бля, я замисал. Хуй, блядь. Старый хуй. Да. Как ее отличить? Чем ли женщина? Че, реально хотел меня убить? Жесткая женщина. Ладно, я ее убил. Блять, еще 2-0-1. Оно бывает. Я плохой Ксен. Вот в чем проблема, я плохой Ксен. Я хочу хп себе немножко. Просто за стакой хп. На, я не знаю, на всякий случай. У Рейза прям проблемы. Он пикал позже, чем она. Но в целом у нас еще позитивненький, я бы сказал. Что там за дракон-то был? Ладно, а это неприятно. Идем, короче. Рано, ГП, рано. Вы чё, блять, ребят? Я не фармлю, чувак, я тебя просто помог забрать. Блять, 100 раз так надо, чтобы человек люди понимали. Ладно. Союзник убит.
Почему, сука, отопление отключили, пидор? Как ты играешь на Ксении? В смысле, как? Нажимаю кнопки. Нет. За победу! Сука. Зачем ты это дала, блядь, экзост, Жанна? Ай, блядь, ладно. Мне прям скорости не хватает. Даже не уверен, какие ботинки нужны. Мерки. Ебать. А, блядь, купим такие, блядь, похуй. Я вообще не в курсе, если честно. Буду кухан прокачать быстрее. Джин хорошо сыграл. Джин без хорошо. А почему ты остался-то? Север, ты чё, блядь, делаешь? Ждите. Я тебя найду. Союзник убит. Рубите, мат. Бля, я хуйню сделал. Я идиот. Я идиот. Там был вард. А Джин выиграет игру. О, хорошо играет. Блять, этот пидор так сейчас будет нафижен. Бля. Ну ладно. Проиграем, так проиграем, чё. Я ради квеста делал, на самом деле. Там квест на ДДМш и на мастер просто фармит, бля, пиздец. Будет сделано. Рейс, ты можешь умереть. Вот.
это еще хер. Почему, блядь, ко мне приходит, типа, челик? Похуй. Я должен наботать. Надо пронести обязательно. Надо убить их двоих. Если сейчас убью двоих, принесу ТВРП, это будет вин. Она умрет. Хочу эту сону, блять, пиздец. Ага, окей. Блин, блять, я хочу. Сука, ты заебал меня! Что этот джин творит? Это он заебал мне свои скачки тратить. Бля. Да я чё-то хуй... Блядь, я хуйни наделал. А, чё, давай мучиться. Сука, я хочу этого джина, но он такой быстрый. Ой, бля, меня горит с него. Ганга ПВБ было проще. Ой, держись, отъедет. Мне кажется, просто здесь варды, короче. Жанночка их нихуя не чистит. Просто реальный пиздец. Давай. Ну попади, блядь! Пиццу! Доставь. Хорошо, хорошо, вышки начали падать, для нас это прям... Окей. Ваша команда уничтожила башню. Окей. Противник убит. Нашим пиздатом. Потому что снесли вышку, отошли. Снесли, отошли. Никого не видите, ёб твою мать. Блять, пиздец вообще. Еще бесит вот этот, блядь, джин. Он как будто все время знает, где, чего, блядь. Я иду, короче. Чем, блядь, такой быстрый? Сука! Ну, блядь, не бери килл-то! Сука, меня это бесит. Сону, блядь, бронечасть решила. Ваша команда уничтожила. Давайте сюда, блядь.
Нам нужен дракон. Мне нужен стирок скорее. Пиздец, хоть я еще бы раз зафоловил. Фоловил? Ты че, наркоман, блять? Фоловил, блять. Идиот. Ни ассистов, нихуя, блядь, 4-4-4 бегает, кусок дерьма. Босса, но... Ваша башня уничтожена. Сейчас мы эту зальем катку. Мне вообще похуй. Жанна стояла, блять. Умирала. А чё мне не умереть? Чё мне тоже не умереть? Г. Жанна вот видела, что идут тут трое, такое, почему бы нам не этот? И почему мне, блядь, с саппортом просто не пойти и не умереть. Вот теперь мы можем на шарчика взять. Ну и там мастер вообще затуннелился, вообще похуй, что происходит. Может, надо бэкаться, блять, не бэкнули сейчас. Ребята, пацаны, вообще, ребята, мне нужно брони. Че, ребят, хочу брони. Че, с Юмьей вообще всех выбивает. Пиздец. Хайте Сону, блять, убейте. Сука, убейте эту шлюху. Хорош. Бьет, она тоже быстрая. Хей, я бегу к вам, ребят. Всех ног бегу. Иди ко мне, блядь, попсик. Yeah.
Ну, сейчас. Он райз, блять. Команда уничтожила башню. Нормально, фармит. Как делала рейс? Он же нашел. А, у него бывает. Зачем? Зачем вы туда идете? Нахрена, блять, вы идете туда? Самый, блядь, охуенный, блядь, барон. Лучший, блядь, барон. Давайте в лес. Чё-то, блядь, по объектам там работать, ребят. Какие-то, блядь, действия. Нужны какие-то объекты, блядь, что-то брать, какую-то движуху организовывать. Ваша башня уничтожена. Блять! Прикройте! Там вообще похуй. Там вообще есть отхил. Сам есть отхил тот. Можем шпаку собрать. И будет шпаку. Тиомат не хочу. Хочу что-нибудь на броню. Я хил хочу. Хочу еще брони. Наверное, вот это. На Ксине хотел поиграть. Камон. Ну, типа, женщина. Ты не имеешь права туда идти. С КП, блять, с другой стороны, с одной стороны, с другой стороны. Но мы, я не могу туда лезть. Я не могу там шарпнуть. Там на шар и дракон, ребят, давайте.
Так, ладно. Более-менее. А, я могу вот это... Блядь, я заебал. Заебал. Ёбаный джин. Сраный, ёбаный хуй. Иди нахуй. Да, нужен мне 2000 еще. Докупим. Не будем покупать эликсиры. Ребят, это огненный. Огненный. Огненный надо. Блядь, ты тупой, Ксен. Блядь, Жена, ну теперь... Я эпоху сыграл. Хорош! А, блять, пассивка. Ну ладно, это остановит их очень сильно. ЛБ не может так сильно пушить. И дракона она не может забрать. Окей. Почему, блядь, мы туда полезли, блядь? Интересно. Интересно, почему? О, дракона. Слышно, блядь, дракона плес. Почему, блядь, всем похуй всем? Блять, жестко. Это было жестко. После таких игр реально устаешь. Просто керишь. Керишь. Сучка. Пиздец.
Я даже не знаю, кому, блядь, лайкосик поставить. Кто мне вообще понравился? Блин, не знаю. Ну, блин, ладно. Давай Севир, может, она не лучшая была. Пусть будет. Блять, блин, 21-9-14. Сука, ну ты только так можешь выиграть игру. Просто только так можно выиграть игру. 3 топ урон, блядь, Ксена. Причем тут раз танковый предмет, 2, 3, ну тут такой брузер. И один лайк. И один лайк только всего. Как же меня этот джин раздражал. Хорошо сыграл. Мне понравилось. Надо им сделать обязательно, типа, лайк вражеской команде. Одному и одному союзнику. Ты можешь, да? По своему усмотрению. А то как-то однобоко получается. Только союзника можно лайкать. Я бы, например, джину залайкал. Он реально максимум сделал. Сейчас посмотрю по урону. Кто подал там по урону, да. Типа он 53 тысячи намажил. Он реально хорошо играл. А чё у меня там ПЛП? 89 тысяч. Реально две игры надо выиграть. Прям вот... Я не знаю, даже не хочется, что ли. Наверное, всё. Пусть это останется на позитивной нотке. Кстати, сейчас я посмотрю квестики. В смысле, я же на Ксене сыграл. Вы чё, бля? Шо? Там Ксенжао есть. Шая, Виктор, Ургот, Трэш, Синдра, Сион, Рейкон, Люцин, Лиссандр, Лисин, Кайса. Подожди, они поменяли, что ли? Они сменили. Это... Окей. Окей. Мне нужно на ком сыграть тогда. Сейчас посмотрю. Вот надо, там просто надо сыграть игру. На ком я из этого большого списка? Ирелия Джакс. Ирелия Джакс. Блин, Браума можно. Ну там много есть пики, на чем я могу поиграть. Ладно.